Добрый день, уважаемые коллеги. Валерий Петрович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что сегодня согласились с нами продолжить серию вебинаров для неврологов, для педиатров. И так как мы и планировали, мы сегодня коснемся темы, которая очень интересна для нас. Ну, многие педиатры знают, что, как правило, бывают случаи, ну, раз в неделю точно, связанные с тем, что на прием приходит пациент, родители с пациентом, который вокруг себя несет хаос, шум, невозможность адекватно объясниться с родителями, записать амбулаторную карточку, посмотреть самого ребенка. Речь пойдет, наверное, все поняли, о синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Валерий Петрович, насколько это важная проблема в практике детского невролога? Я скажу, у нас в стране регистра нет, но опять же возьмем США, где ведутся регистры по всем направлениям неврологии, взрослой и детской, довольно четкие по стране. Где-то 6, по некоторым данным, 7%. Я думаю, у нас, наверное, меньше. И все вспоминают таких активных детей, гиперактивных, потому что на самом деле больше сложностей бывает даже, где чистый дефицит внимания. Он похож на обычного ребенка, но информацию не воспринимает. Он не может быть усидчивым, он не может научиться тому, чему пытаются сконцентрировать внимание его родители, обучить, потому что он просто-напросто не может сконцентрироваться. Сконцентрироваться не может. И у всех сначала была версия, вот он двигается, потому что и не может поэтому. Да. Внимание. Сейчас другие подходы. Все-таки СДВГ воспринимается в структуре так называемых нарушений развития мозга, так называемых саморегулирующих систем, поддерживать мотивацию и внимание. А гиперактивность – это уже вторичный симптом, ее может и не быть. То есть возможно, что сам дефицит внимания не сопровождается гиперактивностью? Совершенно. Он похож на обычного ребенка, но он не воспринимает информацию, он не может сконцентрироваться. А какие причины этого? Эти причины, ну, во-первых, опять же, эволюционное формирование нейрональных сетей. И я вам скажу, когда мы тоже делали обзор совершенно недавно, я смотрел литературу, на первое место, да, там пишется гипоксия, опять же, недоношенность как факторы, но на первое место выходит, опять же, наследственность по родословным и генетика. Вот смотрите, какую бы проблему мы бы не взяли, нарушение речи, первый аспект генетический, уточни у родителей. Родители часто бывают как прогноз. У вас прошло, да. Будем надеяться. То есть это более благоприятный тогда вариант. Да, почему нужно генетику так изучать? И проблема речи, они же остаются. Они остаются, вот экспрессивная речь. Все равно где-то страдает понимание речи. Где-то вот грамматика и лексика, и понимание, и фонетика, если не сработаны, работают потихоньку все три механизма. Например, если у больного с аутизмом вся лексика выпадает, понимание, да, здесь уже все равно нюансы есть. Им трудно учиться в школе, в старших классах. И вот и комбинированные, мы говорим, симптомы. Нарушением речи мы ребенка должны протестировать на нарушение СДВГ. Это самый частый коморбидный синдром у больных с нарушением речи. Потому что у него может быть дефицит внимания. Плюс еще, да. Это самые частые коморбидности. И как нарушение речи и понимания больших текстов, слова, выражений у ребенка останется на всю жизнь, так же и СДВГ тоже у половины взрослых он проявляется. Валерий Петрович, но генетический фактор – это не единственный фактор. Есть какие-то другие доказанные причины? Или все-таки это фон… Больше генетики. Ну, 75% точно. А вот в эти факторы входит, опять же, использование… Вот это недоношенность, перенесенная гипоксическая ишемическая энцефалопатия, перинатальные инсульты могут быть с небольшими очагами, когда двигательных нет расстройств. Это свинцовая интоксикация, опять же, анализировали наркотики, четкой связи с СДВГ не нашли между приемом. Но проблема больных с СДВГ, кстати, и наркотики,
они не получают нормального образования, они подвержены в среду, где они получают различные увлечения, и алкоголь, и наркотики. Это вот группа просто благоприятная для распространения. Еще один момент. Они попадают и в криминальную среду. Обследовали заключенных в Швеции. У них тоже даже нашли так называемый ген убийцы, который связан с дефицитом внимания, с алкоголизмом. То есть это вот социальное важное заболевание получается. Смотрим у ребенка, а как он будет в возрастном состоянии, как он будет содержать семью. То есть это, по сути, еще и возможность прогнозирования. Прогнозирования. Это вот считается, увидел, вот петляет на дороге, вот это яркая гиперактивность в вождении. Нормально он ехать не может. Много поменяет работу, если он не может ужиться, социально адаптироваться, потому что он не выполняет. Это плохой работник, грубо говоря. Много пообещает, ничего не сделает. Это в перспективе, опять же, беспорядочные сексуальные отношения. Они не строят долго семью. То есть в отношении, социальной адаптации это та группа, которая всегда подвержена каким-то кризисным ситуациям. Да, они не получают и образования создают, и нормального достатка. И создают большие неудобства для окружающих. И для считается, что у них тезис такой, а в другом не месте больше заплатят, там лучше. Но вот вы сейчас подчеркнули, что есть ситуации, при которых исключительно дефицит внимания, а гиперактивности может не быть. Может и не быть. Может, да, и не быть. А как тогда педиатру выявить своевременно таких детей, вот которых, у которых дефицит внимания? Я не зря наш разговор-то сегодня начал с того, что мы чаще видим, когда ребенок гиперактивен, только что рисует, только что пытался какую-то взять книжку, тут же ее бросил, побежал рассматривать мой компьютер, потом начал смотреть, что у меня в кармане, какая трубка фонендоскопа. И все привлекает его внимание, но он ни о чем не может сфокусироваться. Ну, возраст какой-то. Ну, это дети 5 лет, вот 5 уже лет, такие, да. Да, а как же тогда нам обнаружить ребенка, у которого только дефицит внимания? Вот, кстати, это первый шаг, да, вот поведение, это вы заметили, это может быть как симптом. А самый яркий второй симптом – это успеваемость в школе. Весь поток больных, который идет, это уже проверка школы. А в садике тогда, когда они занимаются, в садике ведь тоже их пытаются научить рисовать, знать буквы, и они уже проявляют там? Воспитатель считается, что… Кстати, вот вы затронули, да, опять проблему ранней диагностики. Раньше было с 7 до 12 диагностика, сейчас вообще расширили, предлагают. Вот я вспоминал Американской ассоциации педиатров, для своих педиатров написали рекомендации. И там выделять предлагают вообще с 4-5, даже, вот по поведению. Даже только по симптоматике поведенческой. Ну да, чтобы вот уже замечали. Mm-hmm. Вот он гиперактивный, действительно, вот он бегает. Опять же, реакция на обращенную речь в момент этой беготни, может ли его как-то отвлечь от этого. И, кстати, вот эта гиперактивность в 4-5 лет считается важным моментом для диагноза с аутизмом. И с ДВГ и аутизм рядышком стоят, и в классификации психиатрической тоже. И очень много нашли совпадений по коммутации. Значит, если он на обращенную речь не реагирует... Ну, его завез, он тебя оглянулся, побежал дальше. Чего-то писать, рисовать. Вот он так вот двигается по комнате. Да, это гиперактивный ребенок, моторчик или перпетум мобили, вечный двигатель. Да. Это уже симптом. А вот другой может и не двигаться. Он придет, сядет и будет смотреть. А внимания нет нормального. Он туда отвлекся, сюда отвлекся. Но он не двигается. Поэтому сейчас это как дисфункция когнитивная, познавательная, нарушение развития нервной системы стало рассматриваться. И концептуально на первое место поставили нарушение вербальной рабочей памяти. То есть он плохо на слова реагирует. Он будет лучше в компьютере вот играть в эти игры, хорошо получается, как родители говорят, да он лучше нас умеет. Да, конечно. То есть это и по сути выход на, опять, на ориентацию на профессиональную, лексику, да, на понимание речи. Правильно? А? Даже так можно, да? Да. Если вовремя выявить, то родителям можно давать же рекомендации, что вам тогда проще те же программы обучения через компьютер познавать, чем через обращенную речь, да? Можно, да. Кстати, для них есть разработки.
компьютерные игры, но не вот эти вот догонялки. Ну, интеллектуальные, так, чтобы он развивался. Ну, да, вот эти, как говорят, там вот какие-то есть игры крафт, там построение городов, но чтобы он как-то увлекался. Но не вот эти вот догонялки, понятно, с ружьем понятно. Бегают, да. Развивают больше агрессии. Таким образом, если примерно 75% генетически обусловленных состояний, приводящих к дефициту внимания и гиперактивности, мы понимаем, что, вероятнее всего, интенсивность, выраженность этих нарушений может быть от минимальной до максимальной. Какие-то терапевтические возможности в том случае, если это благоприятный вид, у мамы, у отца в детстве это было, а потом он стал более внимательный. Это не так сильно бросается в глаза. Постепенно, вот знаете, как говорят, перерастет. Вот нередко старики Кстати, говорят. Да? Между прочим, вот это слово «перерастет» может сработать. Но, говорю, 50% остается у взрослых. Но там, где гиперактивность уменьшается. Да. А вот дефицит внимания остается на всю оставшуюся жизнь. Вот 50% четко. Если мы говорим это зарегистрировали. О гиперактивности, которая уменьшается, стоит ли терапевтически на это как-то влиять? Или это постепенно будет созревать и уменьшаться без нашего да. с вами? Есть возраст-зависимость. Ведь было время, с 8 лет ходили в школу. Это, по-моему, 60-е там какие-то годы. Почему? К 8 годам лучше созревает внимание. Вот когда 6 лет уже бедных детей, у них дошкольная подготовка. Я говорю, детство у них уже закончились, у них украли детство. Но он же получает обязанности, должен ходить, выполнять. Не все созревают одновременно. Вот эта вилка, она тоже должна быть. Ведь нас неврологов не спрашивают, да? Водители компьютеры в школы с первого класса. Это агрессия на несозревший мозг. И у него, может быть, гиперактивность даже увеличится. Но я хочу подчеркнуть одну мысль. Мы говорили про нарушение речи. Опять же, вербальная рабочая память, память на слова в основе нарушения внимания. У него почему он плохо учится, а он не фиксирует? Почему не фиксирует? У него нет четкого понимания. А что такое внимание? Эта информация начинает весь мозг работать. А у ребенка с нарушением внимания так не получается. И, кстати, хочу сказать, что всех больных нарушений речи обязательно надо тестировать на СДВГ. Он не ставится с первого визита. Лучше учитель и родитель. Вот анкетный конкурс. Возникли сомнения? Там первый тезис в рекомендациях для педиатра. Возникли у вас сомнения, есть жалобы на обучение, протестируйте. Пусть мама поставит эти баллы и учитель. И потом полгода наблюдайте, может быть, дефект воспитания. Я вам скажу, 50% отсеивается. Вот легкая форма СДВГ попадает по баллам. Через полгода смотришь, уже все нормально, пишет родители, учитель. Вероятно, режим, какие-то мероприятия, убрали лишнее, сконцентрировались на обучении, все, ребенок стал выполнять. Убрать те факторы, которые могли провоцировать... Вот эти, да, несосредоточенность, перепад внимания. Игромания, кстати, больные с СДВГ игромании больше подвержены. Когда родители спрашивают, чего нам бояться у больных с СДВГ, как и у больных с тиками, это игромания, это приобщение к алкоголю и наркотикам. Они быстро у них зависимости развиваются. Это особенности связи с дофамином. Почему используются препараты, психостимуляторы для улучшения внимания. Очень важно здесь, говорю, выдержать вот эти 6 месяцев и не сразу выставлять диагноз. Лучше он будет методичен. Потому что, когда если диагноз есть, мы должны там многолетние программы сразу. И по приему препаратов, и по дефектологам, и по психологам. Потому что больной, если мы поставили СДВГ, он тоже коморбидный. Кстати, у них чаще болит живот, интересно. У них чаще лор-патология, синдром апноэ во сне. У них чаще даже синдром беспокойных ног. Непреодолимое желание двигаться. Это тоже маска как бы гиперактивности. Еще диагноз я бы провел чисто бытовой, просто эмоциональный ребенок. Вот он пришел, ему все интересно. Это еще не диагноз.
симптомы должны быть устойчивы в течение полгода. Значит, если врач-педиатр заподозрил, ну, к примеру, ребенок в детском саду уже на этапе старших групп, и воспитатель говорит, что невозможно его чем-то увлечь, потому что он ничего не схватывает из того, что дети делают во время занятий. Даже если у него нет гиперактивности, мы должны взять его во внимание, переговорить с родителями, собрав анамнез, как развивались родители, не было ли подобных состояний. Нередко мы пользуемся таким способом, когда бабушки и дедушки говорят, что да, мать или там отец тоже такой же был, а потом перерос. Да? То есть это более благоприятная ситуация, но все равно через полгода мы должны оценить опять. Обязательно, да. Если у нас есть такие же стабильные изменения, тогда мы направляем на консультацию к вам. Да, если никаких контактов во время вот обращенной речи, это уже гиперактивность может быть маской аутизма. Да. СДВГ и аутизм, особенно в раннем возрасте, они близки. Понятно. В школе уже становится понятным, эта вилка сужается. Аутизм в школе не учится. Очень важные моменты вы сейчас осветили, и мы опять приходим к необходимости того, чтобы подчеркивать, что если у ребенка выявлено нарушение формирования речи, нарушение речи, либо у ребенка имеется дефицит внимания, то необходимо перепроверять. Да, морбидность патологии очень часто. И я думаю, что это важный момент, на который нам то есть это вот нужно обращать, ребенок нужно обращать внимание. Не с одним симптомом, это однозначно. И, кстати, у больных с СДВГ чаще тревожность, а это усугубляет головные боли, переживание стресса. И так у него плохо получается выполнить домашнее задание, то есть или контрольно. Плюс еще тревожность, и еще головные боли, напряжение. И получается вот такой комплекс и клубок. Да. Валерий Петрович, спасибо большое. Уважаемые коллеги, если у вас возникают вопросы, если остаются какие-то в рамках сегодняшней темы сомнения, пожалуйста, пишите на сайт ассоциации. Мы по мере возможности будем отвечать на эти вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Да, спасибо. Всего доброго. Ассоциация «Сирано» представляет осенний цикл вебинаров 2024 года. Каждую субботу выходят вебинары по терапевтическим специальностям, а каждое воскресенье – по педиатрическим. Суббота, 16:30, история медицины. 17:00, оториноларингология. 17:30, академия дерматологии. 18:30, общая врачебная практика. 19:00, кардиология. 19:30 – инфекционные заболевания. 20:00 – хирургия. Воскресенье. 17:00 – детская неврология. 17:30 – педиатрия раннего возраста. 18:00 – детская хирургия. 18:30 – нефрология. 19:00 – прием педиатра и онконастороженность. 19:30 – грудное вскармливание. Также подключайтесь к выпускам наших спецкурсов. По средам 14:00 – фармацевтическое консультирование. По четвергам 19:00 – аллергология. По пятницам в 17:30 – нутрициология. 19:00 – клинические разборы, вельтищевские пятницы. Регистрация доступна на сайтах www.edu-serano.ru и www.edu-pediatrics.com.